Руками больше не тру. В блендер кладу 250 грамм лука и 1 килограмм картошки. Измельчаю около 1 минуты. Время будет зависеть от мощности блендера. Затем перекладываю в сито и оставляю примерно на 7 минут, чтобы вышел сок. Сок убираю и добавляю соль по вкусу. Жарю на разогретой сковороде в большом количестве растительного масла. На огне выше среднего. Хорошо обжариваю с двух сторон до золотистой корочки и перекладываю на салфетку, чтобы убрать лишнее масло. Быстро, просто и очень вкусно. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!